Слав, расскажи, с чем связано такое быстрое начало, что вот сразу на первой же минуте смогли забить гол. А на самом деле я не знаю. Антон Пасечник подтянул двух отличных игроков, которые нам помогли, просто придали тонуса, и как бы игра у нас с первых минут началась, вот быстрый гол, и все полетело. В целом я рад, что мы добились такого успеха. Неожиданно, конечно, но я очень рад. Ну а что случилось? Почему вот вы так не играли до этого две предыдущие игры? Я не знаю, потому что как бы я в команду не смог вписаться в первых двух игр, не понимал действия некоторых игроков, но вот сейчас просто, не знаю, с полуслова все менялись, и как бы в целом команда играла слаженно. А знал что-нибудь о сопернике? Вообще видели их игру от предыдущей? А, ну да, конечно. Я вообще должен был играть в команде Миши Дандыкан. Так получилось, что я отказался, думал, что Бонч заявится. А вот так, по судьбе, мне пришлось играть за Адмирал Б. Ну, что делать, так к лучшему. Я рад, что мы заняли второе место. С кого бы хотел в сопернике плей-офф получить? На самом деле, мне без разницы. Как бы я вот три года уже играю на паркете. И вот первый раз за год получилось, что я, может, даже выйду. Очень понравилось, как бы. Но мне очень хочется, чтобы попалась команда уровня премьер-лиги или первой лиги, не более чем.